Я вот так это вот ставлю. Показывает, показывает. Видно. Вот снимает, да? А вот снимает или нет? Если тут цукер. Короче, друзья, у нас включился на телефоне экономный режим, и мы теперь не знаем, снимаем мы или просто смотрим. Вот такой водопад, пресная вода бежит в море. Говорят, что зима была сухая, поэтому воды мало. И обычно до этой смотровой площадки долетают водяные брызги. Но в данный момент не долетают. Можно на яхте подойти, да, сюда? Наверное. И мы смотрим на эту красоту. Всем привет. А вы с нами. Можно смотреть бесконечно, да? Как кто-то работает, как течет вода, горит огонь. И как шелестят деньги. И как тебе выдают зарплату. А, не у кого-то там шелестят. А представляешь, новое поколение лишено такого счастья. Да. Ведь нигде нету кассы. Я помню, раньше была касса, куда хопер, ты прибежишь, день аванса, день получки. Там сидит какая-нибудь тетушка замечательная и выдает тебе. И ты нагребаешь карман мелочи, чтобы ей было удобно сдать. Там типа 112 рублей 76 копеек. Ой, какой кайф. Море, море прекрасно. А потом пойдем купаться в море. Ну не здесь, наверное. Нет, у себя в отеле. Вообще здесь жилой район. 3 года назад здесь еще были теплицы, по которому мы ехали. Вообще тут-то, может быть, уже и не были теплицы. Строительный бизнес один из основных в Турции. Как нам гид сказал. Да. Говорит, что у них хорошо с коррупцией. Жестоко преследуются, поэтому достаточно честная конкуренция. Да. Я хочу шум водопада снять. Можно? Взаимно. Вот теперь мы включили режим фотоаппарата, так что сами можем контролировать процесс. Вот Оксана такую челму себе соорудила. Отлично, отлично. Водопад замечательный. Море прекрасное, прекрасное, конечно, море. Жаль, что катер сейчас никакой тут не идет. Картинка была бы получше. Охлаждаются в брызгах. Я бы тоже охладилась. Далеко идти. А вот самолет. Самолет взлетает. Смотрительные такие. Одна турецкая бира. Бросаешь и смотришь. Этих труб здесь много подзорных. Какой-то крестьянин там ловит рыбу для прокорма семьи.